Выплаты республиканского материнского капитала начнутся уже этой весной. Первыми получателями господдержки в размере 50 тысяч рублей станут 1726 многодетных семей, в которых третий и последующий ребенок родился в 2012 году или же был усыновлен. В дальнейшем выплаты маткапитала будут осуществляться поэтапно. Об этом журналистам сообщил министр труда и социального развития республики Борис Хубаев. Напомним, закон о региональном материнском капитале был принят в 2012 году. Согласно документу, пособия семьи должны были получить после того, как ребенку исполнится 3 года. Однако в 2015 выплаты так и не начались. Закон был заморожен, и деньги за рождение третьего ребенка не получила ни одна семья. Министр добавил, что технически выплатить деньги из республиканского бюджета готовы и сейчас, однако информация за 2012 год устарела. Поэтому в настоящее время уточняются данные по личным делам каждой семьи. Сумма в размере 86 миллионов 300 тысяч в бюджет заложена для выплаты в 2019 году третьему ребенку или последующему, родившимся в 2012 году. Эта сумма в любом случае будет выплачена. На сегодня идет уточнение данных по личным делам, потому что прошло немалое время после того, как подали люди документы, и там могли измениться сведения. Например, могли измениться счета, кто-то мог, не дай бог, быть лишен родительских прав, кто-то мог отказаться от усыновленного ребенка или от удочерения.